Так, ну что ж, ну всем привет. Хотел сказать 19-я ферма, но нет. Субнатика... А где? А, курсор у меня вообще на той стороне был. Субнатика ниже нуля. Все-таки надо хотя бы какую-нибудь карту пройти... Ой, карту. Какую-нибудь игру пройти, помимо фермы. Тем более, эта игра мне очень нравится. Немножко я поплавал. Нашел, получается... Этот. Вот. Или мне дали... Я, короче, не помню, но я собрал необходимые ингредиенты. Там надо было, получается, что у нас? Для создания баллона высокой емкости. Так, обычный баллон. Ну, нужно сначала обычный баллон сделать и кислород высокой емкости. Кислород. Баллон. Серебряная руда. Ее можно было, в принципе, найти с помощью вот этого аппарата. Только не с помощью вот эту фигню надо было искать, а вот эту вот. Я долго, конечно, искал. Видите, у меня уже сколько батарейки осталось. Вот. Аргентита. Ну ладно, сейчас сгоняем, я покажу, где его нашел. Так, это мне пока не надо. Так, еще бы вспомнить, куда конкретно. И потом сплаваем вон. Нет, не сюда, а вон туда. Причал станции Дельта. Так, нам нужно, получается, дыру найти, где вот такая желтая, где вот эти вот самоубийцы были. Ой, не самоубийцы, вот эти вот камикадзе. И еще, оказывается, с помощью круга, который я оставил, хорошо рыбачить. Даже ловить никого не надо. Блин, а где это было-то? Кислорода у меня теперь, как видите, до хрена, но я не помню, где эта фигня. Бедную. Фига утонула. Надо всплыть ненадолго. О, опять эти морозильники гребаные. Фреоны. Можно их фреонами называть. Блин, где это было-то? Может, поплывем просто в ту сторону, и по пути, может, она и встретится. Ну, давайте так и сделаем. Так, у меня батарейка есть запасная? Блин, у меня столько всякого говна опять. Батарейка одна есть, поэтому ладно, оставим. Потому что эта батарейка уже скоро сдохнет. Что у нас? А, это обычный. Я каким-то образом две штуки сделал. Не знаю, как. Или он не нужен был, или что-то. Да, он мой, получается, должен был забрать. Я сделал еще один. Так, это не то. Батарейки. Ладно, в принципе, пока ничего не будем собирать. Это, кстати, какая-то космическая обезьяна. Она меня почему-то преследовала иногда. А сейчас вообще насрать на меня. О, видите? Чего вот ей надо? Some of the wildlife down here is very grabby. Мысли отдай. Ни хрена себе. Так, к ним лучше не подплывать. Они те еще воры, оказывается. Так, где там маяк? Я, по-моему, не вообще не туда поплыл. Плывем пока туда. Ну, по сюжету, можно сказать. Пока бы никаких врагов более я не встречал, кроме этих морозильников, фреонов. Но были какие-то здоровые твари, но я не стал им близко приближаться. Нет, это все равно не то место. О, вот там кислород есть. Слишком глубоко я тоже пока не могу опускаться. Если то, что там эффективность кислорода падает. Так, где? Пока плывем туда. Основная задача это. Вода. Вода быстрее всего уходит. Еда не так быстро уходит. Блин, вот таких вот открытых пространств. Там что-то есть. Может, я, конечно, там был, но не знаю. Надо всплыть, заполнить кислородный баллон. Хотя мне, наверное, бы хватило, да тут. Что это было? А что, музыка такая тревожная? Так, а где оно было-то? Я уж потерял. А, вот оно. Ага, а нет, я, по-моему, там был. Да, я там был. Я, по-моему, там как раз-таки нашел чертеж. Ой, не чертеж, а... То ли КПК, то ли еще что-то. И мне дали, короче, чертеж баллона и чего-то тут еще. В общем, что-то еще дали. Я уже не помню, что, потому что это было то ли 4, то ли 3 дня назад. О, там что-то внизу интересное. Надеюсь, этот мореплаватель, хотя мне он, по-моему, сейчас не нужен. Чертежи сами. Ну ладно, титан дадут.
Мне сейчас нужны чертежи этой сборочной станции. Хотя я не уверен, нужна она вообще или нет. Так, это что такое? Кто-то агрится. Ага, вижу. Так, надо всплыть. О, там что-то интересное. Так, ты опять морип... А это что такое? Ох ты ж, блин. Надо от него подальше держаться. А то у меня, наверное, ваншот. Кстати, надо почаще сохраняться. Я, конечно, копыта пока еще не откидывал, но... Нафиг. А это что такое? Так, ты враждебный? Камни-дробитель. Я тебя понял. Я тебя понял. Пошел-ка ты нахер. У меня, по-моему, и аптечки с собой никакой нету, да? О, все, вылез. Причал Дельта. И что тут интересно? Так, у меня 90 секунд. Надо, наверное, сразу сканировать все это. Вот торговый аппарат. Помню об обычной субнятке он был. Это же чертеж. Урна. Ну туда обычно ядерные отходы я скидывал в субнатике. Термос. Так, ладно, не забывать про температуру. Урна. О, тоже отсканировать. Все пригодится. Это не надо. И что мне тут? Что я тут забыл-то вообще? Это я не могу использовать. Если только как вариант туда вперед сбегать, надо в воду прыгнуть. Сесть я не могу. Тут это псака плавает. Да ты нормально, нет? О, давайте отсканируем. Да не уходи. Блин. Ладно, погнали, сбегаем, посмотрим. И в тот случай, что если не хочешь неприятности, вали отсюда. Ну, раз ты человек, то, в принципе, мы сможем договориться. О, это я помню. Это обогрев. Блин. Ладно. С ножом я, конечно, мало чего смогу сделать. А тут что у нас? Тут, наверное, просто эти точки обогрева. Интересно, а люди тут есть? Так, тут я что-то не вижу. Блин, мне, наверное, не сюда. Вот сюда, наверное. Интересно, в этой игре вообще живые NPC будут? Я вообще без понятия, если честно. Так, тепло. Ох, сколько этих цветочков. Что там булькает? Там, наверное, жарковато. Туда лучше не прыгать. А то сваришься, будь здоров. Взять кристаллическое сер. Возьму, конечно. КПК Альтера. Загрузить данные. Ну, давайте почитаем хоть это. Так, особая просьба Эммануэля. Эммануэль дал мне этот разблокированный сканер и сказал... Так, и сказал, мне нужно больше душевых насадок. Он приведет тебя к нужным минералам. Чего? Еще он мне сказал помалкивать об этом. Видимо, на этом и пригодится наш... Именно это годится наш не сертификат магистрали геологии. А, магистры геологии. Блин, что-то я вообще сегодня... Работает разнорабочий на стройке. Эх, надо было учить мне звездное право, как папа говорил. Короче, обычный вор. Это что ли сканер? Так у меня, по-моему, он есть. Да, у меня есть. О, кристаллическая сера. Не знаю зачем. Ну туда, наверное, прыгнуть не получится. О, чё? А что с нее делать-то из этой серы? Ножик возьму. А то мало ли что. Блин, попить надо бы. Окислитель и восстановитель. Оп. Ой, ё-мать! Stop right there, Altera. You're out of bounds. Ты будешь погорениться, ты... I'm not with Altera. Then your position is doubly precarious. Похоже, едва не хватка. Что ты имеешь в виду? Если говоришь правду, значит, ты спять его. Если лжешь, то поплатишься. Wait! Who are you? Стой подальше от моей территории.
Фига себе, это же краб из первой части, только какой-то прям модифицированный. The woman in the exosuit has been traced as far as my technology will allow. It would appear I'm far less alone on this planet than I had anticipated. Она говорит, что они одиноки на этой планете. Signal location uploaded to PDA. Нет, я могу куда-нибудь зайти? О, могу. А это не та самая база изначала, по-моему, на нее похоже. Которую завалило-то снегом. Так, да, сканирую все, что могу. А, тут смотри, тут тепло. Странно, тут вроде все пробито. Аптека, возьмем, возьмем, возьмем. А кофе могу сделать? Музыкальный автомат. New blueprint synthesized. Все, динамик музыкального автомата. For the last time, I'm not... Это мне не надо. Берон, еще раз говорю, я не мухлю с МТ на территории, есть смысл, у меня аллергия, т-т-т. Ладно, это понятно, что тут пришелец. Я тут просто наблюдатель, использую пропуск. Это, мне это не особо интересно. О, изготовитель. А, ну да, наверное, пригодится на циклопе. Ну, это большая, это подводная лодка из первой части. Кровать Джереми. А где все это строить-то? Мне бы дали какие-нибудь чертежи этой купола, все этой фигни. Там же немного данных надо. Шумное обслуживание. Это мне тоже неинтересно. Поврежденным... А, вот это то я помню. Но она нам не особо сейчас нужна, она потом пригодится. А, ее сразу можно построить. Классно. Че? Стенная полка. Так я, по идее, могу, наверное, все строить и на... поверхности. А вон, кстати, по-моему, этот мореплаватель, он. А, взять плакат могу даже. Давай-ка сюда, повешу у себя. Вам все равно не нужны. Открыть бритвенный набор. Взять бритвенный набор Фредди. А зачем он мне? Он, наверное, место еще занимает. Красивый набор для бритья. Но мне как бы ей бриться-то не нужно особо. Так, набор усов. Та-та-та. Это он рассказывает про этот набор усов, короче. О, еще плакатик. Это, кстати, тот корабль, который подбили, по-моему, в начале. Очень похож, по крайней мере. И на улице, по-моему, темно уже. Так, ну тут, по-моему, больше нечего смотреть. Комната с... А, ну, она не особо мне нужна. Нам, наверное, наверх надо подняться в первую очередь. Летающие тут твари есть. Я надеюсь, она меня не убьет. Хотя, если бы хотела, то давно бы уже убила. 13. Огрев. Ну-ка, согрей. Неплохая прибьюха. Блин, ни хрена не видно, с этим ходить. Потому что я не взял с собой фонарик. Спутниковое наблюдение активно. Отчет. Сканирование. Сканирование региона, сектор 0. Обнаружены две активные человеческие уровни. А, мы вдвоем тут на этой планете, нифига себе. Обнаружены секторированные строительства жилища и передвижного транспорта. У меня транспорта никакого нет. Рекомендация наблюдать и готовиться к возможному вмешательству. Ну я не вмешиваюсь, я просто поговори. Даже не знаю. Темно. У меня еще температура падает. О, снег-то как повалил. Я могу зайти где-нибудь в здание. Модуль тестового режима. Так, это вниз. Блин, надо... Зараза. Холодно просто. Еще снег повалил. Цветочек. Согрей-ка. О, помехи какие-то. Это из-за чего вам интересно? А какая у меня сейчас задача-то, елки-палки? Причал Стальцин Дельта, это мой дом, почти за километр. Но мы узнали, что тут есть какая-то женщина, у нее крутой краб, и все, в принципе. Пойти в тестовый режим. Мы, наверное, что-то не сделали, там надо было на что-то нажать, просто у меня температура уже падала. И снег еще валил. Так, берите его.
Или может сканировать надо? Не? Тут, видимо, чего-то... А! Вот я слепой. Так, руководство по эксплуатации. Обучение новых сотрудников. Рекомендуется завершить все обучение, пока башня находится в тестовом режиме. Тестовый режим — это полностью функциональная имитированная версия рабочего режима. Так, время есть. В тестовом режиме все передачи с вышки, включая сигналы бедствия, предупреждения системы безопасности и шпионские передачи, будут отключены. Чтобы перейти в тестовый режим... Да, надо модуль ставить. Какой надо? Это причина все. Блин, время мало. Короче, мне нужно найти этот режим. Ой, этот модуль. Прыгаем. Надеюсь, ты не умрешь. Нет, КПшка не упала. Пить охота, жрать охота. Подъем. 50, слишком жирно. 35 тоже. А что такое? Плакат. А, это плакат. А где все это? Мне даже хранилище не дали, какой-нибудь чертеж на хранилище, что ли? Мне, значит, какой-то модуль надо найти. Возможно, я его просто где-то пропустил в этих зданиях. А, вот еще. Я что-то не заметил. Вот там, наверное, модуль лежит. А, высших чинов. Я могу дверь закрыть? Мало ли кто мне сейчас зайдет сюда. Так хотя бы его слышу, кто-то дверь откроет. Так, а, отсканировать что-то можно. Нафиг мне каждую кровать-то, они же все одинаковые. Заряд трачу. Так, что это? Рабочий стол директора. Эммануэль. Хотел сказать Макрон. Good morning, Prospect. Так, доброе утро, морозная стая. Просто небольшая сводка новостей, важных достижениях и сдвигов приоритетов, с которыми нам нужно ознакомиться. Проект Пингрила Крыла Шпионов имел оглушительный успех. Это же который вот эти маленькие-то пингвины, короче. Позвольте присоединиться к поздравлению. В адрес Сайтама. Да, Сайтама тут все живет. Которая будет переведена на Аванпост 0. Помогать нам в будущих инициативах. Поздравляю также в адрес Даниэла Валенти и ее команды в лаборатории Омега. Тут, значит, еще какая-то лаборатория Омега будет. Закрытие центра ФИ означает, что важное финансирование будет перераспределено на исследование бактерий ХАР, которая имеет важные позитивные последствия для всех биологических наук. Так, вы все делаете исключительные успехи. Что-то там пикнуло. И не хочу ничего обещать, но штаб-квартира это заметила. Продолжайте усердно работать, и скоро, думаю, мы начнем обсуждать бонусы. Сэм really got under management. На самом деле, стоит не в начальстве, не думал, что он какой-то способный. А, все что ли? О, многоцелевая комната, наконец-то. Она ж, по-моему, там титан. По-моему, только из титана и строится. Она даже этот. Как он? Инструменты для создания. У меня же его нет. О, табличку можно взять. А, это он директор? Эммануэль? Француз, что ли? Сотрудник отдела кадров и коммуникаций. Подчиняется штабу Альтера. Личность какая-то. Взаимодействовать. Ух ты, это же это. Штучка-то. Возьму. Нифига, ну как может? Ладно, выключим. Она же по-любому от батареи работает. Так, это могу отсканировать. Ну правда, зачем? Это же просто декорации. Блин, жрать их тут. Ну а пока не критично. Аквариум. Вот такого, по-моему, в Субнатике не было. Шкаф. Хранилище. Вот это самое то. Блин, ну я же не могу все это построить, потому что... А 6 титана. Мне же нужен этот инструмент. Специальный прибор, чтобы строить все это. О, обсерватория. Ой, тут стекла надо. Яй. Она мне сейчас пока не нужна. Хотя бы нормальный дом смогу построить. И вот эту хаупу, где меня поселили. Ну чё? А чё я сожрать это не могу? Давид. Да иди нафиг. Давид, ты будешь сейчас узнать, что морозная стая делает изумительные успехи. Должен сказать, мой стиль управления очевидно идеален для изолированных планет. Конечно же, я по тебе скучаю, но мне интересно, чувствуешь ли себя так же. Как бы там ни было, хорошо вместе. Порознь нам ничуть не хуже. Только глянь, как здорово выступила Просперина на последнем... чего? На последней выставке. Мне жаль, что я не смогу увидеть это воочию, но не сомневаюсь, что...
Будь я там, я бы только заставил ее нервничать. Когда эта миссия закончится, я вернусь домой целым. А, на целых несколько месяцев. А потом как ты посмотришь на то, что реорганизовать наши ожидания в сторону успешного долгосрочного расставания. Ну ты, блин, это же не относится к игре, это просто между людьми, короче, отношения. Так, пока. Чем я там по месту? Блин, места мало. О! Стул, ты чё? Без стула никуда. Так. Волшебные растения. Блин, надо пожирать. А, так у меня есть. Нет, рано еще. Рано. Пусть ниже опустится. Ну это круто, конечно, но где мне искать? Без прибора для создания я же ничего не смогу сделать. Там 20 минут только прошло, нормально. Чего? Взять снег? Че, ему будем кидаться, что ли? Он урон какой-то наносит? Да, ну ладно, вместо... Ну-ка. Ну, кидай. Алло. А. Ох, нифига тут войну можно устроить. Так, подарить, подогрей-ка меня. Ну тут я понимаю, ничего сделать не смогу. Я или где-то пропустил эту вещь, или же... Хрен его знает, как говорится. Может быть, тут я что-то пропустил. Тут вряд ли, конечно, мог пропустить. Давайте еще раз. Ну, кто бы сомневался. Но это один из фрагментов. Я не знаю, сколько их надо. А, все, что ли, могу сразу сделать? Что, надо древо создания? Так, где он вообще? Энергопередатчик, солнечный... Видите, она сразу появилась. Я же ее нигде не сканировал. Биореактор даже есть. А, как только я его подобрал... Зарядное устройство. Подожди, сразу появилось? В смысле, раньше же надо было тоже искать чертежи. Где это все? Строитель. Комплект проводов, микросхема. Так, ставим. Сразу ставим. Термос. Типа из них хранить щедрые напитков. Нифига себе, термосок можно тебе сделать. То есть, точнее, мне. Так, нужно микросхему, комплект проводов. Что там еще надо было? Батарея у меня есть. Серебряная руда. Золото. Медный провод. Образец я знаю, где примерно искать. А медный провод что у нас? Медная руда это есть. Вот золото я не знаю, где искать. Так. Где у меня еда? Ой, немножко рано все равно. Так, ну чё? Наверное, все, пора валить отсюда. Что за табличка ста... Блин. Станция Дельта. Помню, в Соме такое же было название. А, в пещере само по себе. Интересно, в пещере я могу строить что-нибудь? Че? Что-то сканировать просит. Цветочек этот. Жар лилии. Ну-ка. Необычное неземное растение, обычно растущее на отвесных скалах. Днем они поворачиваются к солнцу, поглощая тепловое излучение и сохраняя его внутри. Ночью лепестки лилии закрываются для уменьшения тепловых потерь. И она использует сохраненное тепло для выживания суровых арктических условий. Но она почему-то и меня греет. То есть ему этому цветочку не все равно на ней. Так, тут тепло не надо мне согревать. Так, а это что такое? Так, сохранюсь на всякий пожарный. То столько всякого добра набрал. Это, наверное, типа гейзера. Да-да-да, это типа гейзера. Прикольно. Так, мне надо... Только не ударься. Вот тут, по-моему, какая-то дорога ведет. А, это тоже гейзер. Сера. Ну, возьму. Наверняка пригодится. Тем более, на походу, только здесь бывает. Блин, а в ластах по снегу, наверное, не очень удобно ходить. Так, пойду-ка я лучше по дороге. Вот еще упаду куда-нибудь, и все, и капец. Подожди, я, по-моему, сюда еще не ходил. Орех подковника.
Так, надо снежок выкинуть, посмотреть. Посмотреть, что это такое. Орех. А его можно посадить? Съедобен. Потому что он так растет, такое ощущение, что его можно посадить. Я, пожалуй, возьму с собой один. Вдруг даст его посадить и потом использовать как еду. Нифига там гора. Слушай, а видимость-то вон какая же. Так, там я уже все собрал. Погреемся немножко. А, чем мне греться-то? А вот это что за дым? Так, аккуратно. Где там мудила? По-моему, там что-то лежит. Давай-ка сплаваем. Это, наверное, опять мореплаватель, да? Ой, мореход. Опа, а это что такое? Да блин, у меня этих фрагментов уже как говна. Мне сейчас надо где-то золото найти. А может, золото как раз таки в подобных местах бывает? Я реально не помню, где золото искать. Вот, хоть ты тресни. Серебряное тоже нужно. Ну вот так в неожиданном месте она появилась. Так, она мне как говна уже. Вот свинец. Ну, пока не знаю. Бан. Медная руда. Так, это тоже не то. Перезарядите. Ну, наверное, хватит заряда, чтобы сплыть. А что, он работает? Заметь источник питания. Или он меня только предупредил, то, что надо поменять. Заранее, так сказать. А, все, сдохло. Так. Не, подожди, как там? Все, последняя батарейка. Блин, ну мне кажется, вот в этом месте надо золото искать. Кто-то прям подсказывает. Так, это что я пропустил? Опять ты мореплаватель. Не знаю, мне что-то как-то привычнее мореплаватель называть. Вот это вот что такое? Гидротермальный шпиль. И что он дает? Так, рядом с ним долго нельзя находиться. Так, пить охота еще. Давай бахнем как следует. Это что у нас, мореплаватель? А это что такое? Песчаная кора. Вот как раз мне он нужен, кстати. Так, тут? Не. А какая аптечка? Образец. А, он мало весит. Это не надо. Опять мореход. Сплываем. Там внизу тоже что-то есть. Два образца. Я могу, конечно, загуглить, где искать золото, чтобы не тупить долго. Но надо вспомнить, где я в субнатике обычно золото искал. Я не помню, где я искал. Где-то там эта бабайка плавает. Тут я уже был. Место чего у меня? Это ячейки еще. Так, это какие-то зоны летают там. Точнее, плавают. Свинец. Вот в таких, наверное, отложениях может быть золото. Но не факт. Вот это что за... Или переплетение, так сказать. А, у меня в смысле серебра хватает, думаю, откуда у меня комплект проводов. Ладно, погнали на базу. Время 29 минут, в принципе, еще есть время. А может просто загуглить? Как бы что-то мне не очень охота долго искать. Как бы я понимаю примерное положение, в каком недоступном месте, где полно всяких тварей, опасные условия, среды, блин. В любом так оно и есть. Я, получается, могу снег взять, да? Ну-ка. А здесь почему-то не могу взять. Здорово. Тут же снег тоже нападал. Блин, а что с ними вообще можно делать? Ну ладно, хоть они не агрессивны. Ладно, погнал я домой. Х.
хауку свою, блин, одноместную. Однокомнатную даже. Личные записи больше. Женщина в за костюме. Это краб. Чем-то женщина была недовольна, так что в экзокостюме. Будто мне надо уточнять, какая женщина и какого черта она забыла на этой планете. Это не похоже на модное место для отпуска. Она достаточно хорошо знала местность, чтобы выполнить зрелищный выход прыжком с утёса. Ну, на крабе-то и я смогу. Костюм, если что, краб называется. Из Субнатики, так сказать, из первой части. Значит, она тут уже долго. Ну, как долго за мной наследила? Ну, походу, давно, раз у нее какой-то там передатчик есть шпионский. Возможно, с самого начала следила. Она сказала держаться подальше от нее, или вернее, ее территории. Что она может защищать на этой территории замерзшей планетки? Если только она не расположилась где-то лагерем. Хотя она знает про Альтеру, встречал ли она Сэм. У нее, наверное, крыша немножко поехала просто, и все. Так. Сделаем комплект проводов сразу. Точнее, да, комплект проводов. Медный провод сразу могут замутить. Блин, мне надо срочно сделать. Короче, я посмотрю. Ладно, не... все равно это прохождение мало кто смотрит, поэтому не буду долго тупить. Так, Субнатика. Биоп Зеро. Просто сейчас полсерии искать золото, это как-то, мне кажется, глупо. Тем более тут, наверное, много мест, где можно найти это. Так. Часик уже открыл. Пещера лесоктических водорослей, термальный... термальный шпиль? Ну я же говорю, где-то там было. Пещера извилистых мостов, вулканические деревья. Какой-то калаверит надо смотреть. Калаверит. Название-то какое кал. Скальный выступ, пещеры извилистые, пещеры, термальные шпили. Ну, единственное место, видите, термальные шпили, значит, мы туда обратно сейчас поплывем. В хранилище у меня места нихера нету. Ладно, это я скину. Батарея. Ну, из батареи я не знаю, что делать. Плакаты. Блин, а, у меня в инвентаре же было вот эта фигня еще. Это скину, это тоже, а что не скидывается? Ладно, сожру, ладно, скину просто на улице, точнее в воде. Вместе с этой фигней. А, она сразу включается, ее не обязательно в руки даже брать, видите, он сразу, еда подплыла ко мне сама. Так, это тоже скину. Она же получается бесконечная по заряду. Ладно, это тоже скину. А, это уже не привлекает. Ну, в принципе, куда она пропадет? Она же никуда не пропадет. Так. Причал Дельта. А я откуда? Блин, может батарейку еще одну сделать? Или может хватит мне батареи? Ладно, погнали так. Вода есть, батончик есть. Все, погнали. Надо было, конечно, скинуть. Так, сохраниться надо. Нам надо в этой серии хотя бы строить, хотя бы дом построить, что ли, для начала. О, да, ночью, конечно, ни хрена ничего не видно. Так, ну мне, наверное, примерно в эту сторону надо. И вот, последний известный координат. Это та женщина, поехавшая. Не, наверное, пока рано туда плыть. Нам, сначала... Нам же ясно дали понять, сначала построй дом. Ру, Иван. Так, фонарь мне не нужен. 34 минуты, в принципе, пока нормально по времени. Так, где эти шпили-то? Они же, по-моему, на... А, здесь... О, северное сияние. Что это за музыка такая зловещая, как будто... Надеюсь, на беззавтраских. И главное, только она, видишь, вот тут только появляется. Так, шпили. Ну, карта, в принципе, недалеко берет, но, по-моему... Да хрен его знает. Главное, чтобы меня сейчас никто не сожрал. Более ночью плыву. Блин, она, по сути, не так далеко от того места. А вот они шпили, по-моему, да? Подожди, у меня же есть сканер. Кава.
Так, надо заныкаться, что ли, знаете. Так, выступ. Кал. Ищем кал. Весняк, алмаз. Ионный куб тут тоже есть, оказывается. Литий. Вот. Блин. Что такое? Эй, сканировать. Блин, проще, наверное, с фонариком тут плавать, быстрее найду. Она получается такого песчаного цвета. Ну-ка, может, тут где-нибудь. Блин, глубоковато, конечно. Главное не заблудиться тут. У-у-у. А, нет, показалось. Вот, по-моему, вот оно, по-моему. Да-да-да-да. Сода! Да-да-да. Это что, серебряный град тоже надо. Так, 53 метра всплыл, нафиг. Не буду рисковать. Так, золото у нас есть. А, ну все, в принципе, мы все собрали. Получается. Ну давайте еще уж поплавим, вдруг надо будет еще что-то брать. Получается, вот таких вот маленьких выступах. Ну, в принципе, да, я мог и без подсказки, так сказать, найти, ну ладно. Вот это опасное место. Ну там, по-моему, очень много всего интересного. Наверное, если держаться подальше, ничего не произойдет. Там, по-моему, рядом с этим местом что-то подобное интересное есть. Да. Это не кал? Нет. Нет. Жопа горит. Жопа горит. Валить надо отсюда. Блин, я заблудился. Блин, жадность меня погубит. Ой, еще золото, золото. Титан. О, таких тут сколько, елки-палки. Блин, еще бы золото упадало. Золото. Что у нас море плавает? Все, короче, погнали домой. У нас, в принципе, все необходимое есть. Надо только образец этого коровой фигни найти. Его, по-моему, не сложно найти. Сейчас, пути посмотрим. Главное глубоко не опускаться. Такая красная штука. А я еще с включенным фонарем ездил. Плавал, точнее, ходил. Не, ходит же по воде. Так, образец. Пещерка такая интересная. Что тут у нас? Вот он. Нашли. Все, берем. Берем. Сразу две штуки возьму на всякий. Все необходимое у нас есть. Погнали. О, всплываем нахер. Причем свет, а то мало ли вдруг привлекает еще внимание. За мной что? Блин, она за мной плывет. Так, комплект. Получается, проводка есть, комплект есть. Все, в принципе. Батарейка есть. Осталось только процессор сделать, а на процессор у меня все есть. Да, не обязательно было, конечно, гуглить, ну ладно. А, а куда у меня здоровье-то делось? Нифига себе. Я что-то не заметил. Все, живем. Аптека, по-моему, из говна, грубо говоря, делается, поэтому ничего страшного. Рыбка плавает. А пусть работает. У меня, по-моему, место-то есть. Все, все необходимое у нас есть. Делаем процессор. Да. Ну что, все необходимое у нас есть. Начинаем строительство. Точнее, создание. Строитель. Это самая нужная штука в игре, по сути. Adding emergency shelter blueprints to your data bank. Аварийное убежище? Это типа вот этого, что ли? With the builder tool, you can construct sea bases from raw materials, advising against exploring a frozen water continent. Да это я знаю, это строительство, короче. No bed, no storage, no place to put a fabricator module. Вместо сканер, короче. Сканер этот, у, надо сожрать. Еда минус 4, блин, надо забрать тогда. Так, мне надо... Так, энергоячейка. Из чего батарейка делается, по-моему, из этого. И меч, что ли.
А, надо два. Ну погнали, сгоняем. А вытащить я могу из этого? А, блин, я же мог из сканера просто вытащить, и все, чем мозги-то парю. Не знаю, как по мне, так от него толку особого нет. Из фонарика можно вы... Или мастерская... Нет, это мне не надо. Мастерская. Так, поставим его пока на двойку. Все. Фонарик мне не нужен. Это на двойку. Да, видали, какая штука. Ставим батарейку, почти фуловая. Что я могу сделать? Мне, наверное, сначала надо сделать основание. Ну да, точнее, да. Где оно? Вот биореактор — это просто вещь, комплект. Ой, вообще из говна делается. Изи. Подожди, а где фундамент? Фундамент. А, вот же он фундамент. Свинец. Может пока без фундамента обойтись? Хотя бы одну часть сделать так. Комнату хотя бы. 6 титана. Ну титана тут до хрена, но поэтому. А у меня его ни хрена и нет. Я у него слитков тут наделал вон. Так. Где бы начать строить? Надо такое место, чтобы оно не мешало тут ничему, так сказать. И чтобы циклоп подплывал нормально, и мотылек, хотя что-то мотылька я давно не вижу. Или вот этот мореплаватель как раз вместо мотылька. Кстати, теперь есть смысл сканировать, потому что это все-таки титан. Вот, два. Тоже титан. Может где-нибудь... Давай для начала просто примерим. Или может прям... А подожди, ну-ка, да убери. Мне просто интересно, а могу я на поверхность строить? А, мешает, да? Че это? Да нет, мне не нужен. Блин, а вот смотри, а есть смысл вообще строить на поверхности? Или и вообще дадут мне это делать? Ну-ка, давайте сгоняем, просто посмотрим. Охота. Блин, слушай, в этой серии мы хорошо поработали, много чего сделали, хоть и не совсем честным путем. Но я буквально просто посмотрел информацию, где искать. А нашел-то я сам. Ну-ка, могу. Как подальше от себя отодвинуть? Блин, можно, кстати, на поверхности сделать. Тут место как бы маловато. Да как бы она делается, можно в принципе вторую базу потом сделать где-нибудь на поверхность, не обязательно сейчас ее прям строить. Давайте пока там поставим. Хотя подожди, я же по сути сейчас теперь не привязан к конкретному месту. Нет, пока изготовитель не сделал, привязан. Ладно, пока поставим здесь базу, хотя бы просто кабину. Блин, вот это вот все бы убрать, конечно, мне надо более такое. Ну вот тут есть только, блин, вот тут фигня, это вид, конечно, не очень. Вид не очень. Ну ладно, короче, здесь пока поставим. Окей. Вроде нормально. Подожди, там же надо еще, по-моему, воздух как-то сделать. Потому что я сейчас зайду туда, а, я сейчас не смогу зайти, потому что надо еще дверь поставить. Дверь. Вот она, люк. Как раз все есть, слава тебе, Господи. Подожди. Где ее поставить лучше? Вот она, вот здесь самое то. Ну-ка. Хотя нет, надо было вот тут поставить. А, в смысле? Фигу разобрать. Вот, да, самое то. Ну-ка. Ну там, по-моему, воздуха сейчас нету. Да. По-моему, надо просто панель туда поставить и все, насколько я помню. Не помню точно, но возможно. Тут же, видите, только панели, все, никакого же, по-моему, генератора и источника воздуха нету. Так, что там надо было? Кварц, да? Блин, ресурсов я как раз насобирал. Сам того не ведая, так сказать.
Так, а она... Подожди, а где солнце-то вообще у нас? Я не помню, просто есть смысл... Или она сама поворачивается к солнцу? Ага, солнце. Ну, примерно так поставлю пока. О! Ну я не помню, на воздух это будет влиять? Одно бы окно сделать. Давайте сначала проверим, есть ли там кислород. Кислород есть. Красота. Хранилище. Мне срочно нужно хранилище. Оно, по-моему, тоже из говна, по сути, делается. Так, где оно? Вот, это, по-моему, большое. Титан. Кварц, титан. Блин. Ну, кварц у меня полно, титана тоже. Подожди, а тут же мое добро было. Куда оно все делось? Неужели оно пропало? Блин, жалко, конечно. Похоже, игра позаботилась на этот счет, и все это пропало. Ну ладно, из-за плакатов еще переживать. У нас тут один на планете, по сути, я тут из-за плакатов переживаю. Так, кварц. Блин, а титан-то нету. Стекло. Подожди, а сколько надо стекло на окно? О, хватает. Красота. Титан, пожалуйста. Где у нас там выступы известняка? Где можно чуть отсканировать? Так, вот это мне тоже надо на батарейке. О. Как тебя взять-то теперь? Да ладно, медная руда мне сейчас не особо нужна. Титан. Титан. Так, это тоже надо. Надо еще зарядник для батареек поставить, потому что ну, каждый раз их делать тоже как... Так. Блин, рыба меня иногда пугает. Так, что я хотел? Хранилище. Так, все есть. Слушайте, вот теперь вот живем, вот теперь реально дело пошло. Подожди, а мое строение, получается, никак не помечается, да? То есть, надо использовать этот вот маяк. Ну, после его там ставлю. Так. О, я не знаю, наверное, музыка палевная, скорее всего. Так, мне сначала окно. Блин, надо было снаружи посмотреть. В какую сторону, чтобы она... Вид был хороший. Ну вот, по-моему, неплохой вид. Давайте здесь поставим. Там как-то все темно, более, а вот тут самое то, мне кажется. Ну, сами знаете, как я на ферме делал, поэтому не удивляйтесь. Это за счет вида парить, еще чего-то. Да, шкаф. Давай с этой стороны. А что? А. Лунок. Ну, наконец-то. Я могу лишнее. Да. Сразу два поставлю. Все. Хорош. Так, сферу пока не буду. Это не буду. Вот это скину. Блин, надо, кстати, шкафы под одно что-то делать. Ну, под конкретно одну. Пока еще рано будет париться. Так, это закину. Это тоже. Это нет. Батарея пустая, серебряная. Вложение соли. Это пока все будет. Бля, пить хочу. А, у меня и нечем попить. Так, что нам еще нужно? Вот это, кстати, классная штука. Но она, по-моему, мало воды дает. Так. Кстати, надо убрать вот это все из быстрого доступа. Хотя, подожди, чтобы это сделать, надо же все-таки добавить это. Но нужно, блин, да сейчас это. Комплект проводов. Медный провод тоже, по сути, из говна делается. Мне надо сейчас биореактор еще поставить. Это тоже, в принципе, важная штука. Титан, комплект проводов. Блин. Комплект проводов с чего делается? Серебряная руда. А у меня ее, скорее всего, ни хрена и нету. Блин, надо пойти. Да, надо заканчивать. Так, пузырек, иди сюда. Иди сюда. И хочу. Есть у меня тут серебряная руда? Ага, размечтался. А, вода есть. Блин, надо это тоже... Надо все это переносить на ту базу. Изготовитель еще надо делать. Да давай, завайся. Подожди, а ночью у меня будет интересное питание?
Сейчас все перенесу, у меня ночью питание пропадет. Так. Пока все вот так буду складывать, потом буду сортировать. А просто нету столько ресурсов, чтобы под каждый ресурс сделать ящик. Надо выкинуть вообще. Ставим. Уберем. В смысле? Изготовитель. Из чего он делается? Мне же дали чертеж. О, так он по сути тоже из говна делается. Два титана, две руды. И я, по-моему, сейчас его могу сделать. Так, два титана. Тут есть титан? Блин, два титана, все. Теперь титан жизненно необходим. Вначале, наверное, он нахер не нужен был. Сейчас прям... Собака. Неохота так заканчивать просто. Не знаю, может стрим потом замутить в этой игре. Потому что, кажется, час слишком мало для этой игры. Так, я что подобрал? Медная руда. Титан! Дайте мне титан! Уже темнеет, кстати. О, еще один титан, и сделаем изготовитель. Титан. Медная руда. Ну ладно, тоже нужна. По-моему, отложение соли или это кварц. Тоже, кстати, нужная вещь. Теперь многие ресурсы нам очень нужны. Так, кислород нормально. Надо пожрать еще. Все, титан есть. Так, ты у нас не еда. Ты у нас... В смысле? А я их что, не могу подобрать? Да ты, пескун, иди-ка сюда. Сожрем тебя. Так, о, нифига, у меня тут залежи. Ленточника. Раньше, по-моему, еще литий можно было использовать для батареи. Или чего-то там еще. Блин, надо будет превьюху еще замутить. Нет, не вот так вот. Тут, конечно, не сделать так красиво, как на ферме. Но примерно есть. Было с чем работать. Все, делаем изготовитель. Жрем и заканчиваем. Так, где бы... Вот, пока поставлю. Хотя я бы вот тут бы еще два окна бы поставил, поэтому ладно, пока вот тут его забыл. Да, кстати, на субнатике я тоже на выходе ставил. Биореактор и зарядное устройство. Вот мне сейчас хочу. Биореактор, по-моему, на растениях питается. Кстати. Ну, водоросли, короче. Подожди, еда. И пить, и жрать хочу. Все, давай. Бумеранг. Бумеран сколько дают? Маловато. А у меня, по-моему, хранилище было еще еда. Нет? Так, это тоже пока скинем. А, у меня же... Не, батончик жирный сейчас есть. Так, кварц тоже скинем. Вот эту штуку я не знаю. Подожди, а я могу ее тут... А, она у меня в инвентаре. Ну-ка. А, нельзя тут сбросить. Просто он как мячик бы тут катался. Блин, ну она место дохренище просто занимает. Мне она сейчас не особо нужна. Ну что, давайте на этом моменте заканчивать. Кстати, тоже неплохая превью. Все, всем спасибо за просмотр. В следующей серии получается у нас по плану... Что у нас по плану? Ну, во-первых, создать зарядное устройство. Можно кофемашинку, то, в принципе, это тоже из говна делается. Нужно еще создать биореактор. Тоже нужная вещь. Но у нас получается, из чего делается комплект проводов-то? По-моему, серебряная руда. Серебряная руда, я уже говорил, где искать. В принципе, она по сути рядом, но это сейчас мы не сделаем. Вот нам нужны чертежи от этого изготовителя, вот этого портативного, который у нас получается здесь вот есть, но я еще таки не нашел чертежи. Вот она слита. Но он, скорее всего, изготовителем делается. Вряд ли он этим маленьким. Переносной сборщик транспорт. А, ну да, мне прям намекает. То есть мне нужно сначала его сделать. Блин, где искать? Я не буду искать в гугле, где их искать, поэтому нет. Ну все, тем временем. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.